В минувший вторник на улице Суворова в 19:00 автовладелец Honda Fit в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. С травмой ноги пострадавший доставлен в больницу. В этот же день в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Островского водитель автомобиля Nissan сбил женщину. Берчанка получила ушибы и ссадины. По каждому факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства. Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает водителям: перед пешеходным переходом необходимо заранее снизить скорость и строго выполнять сигналы светофора. Пешеходу, в свою очередь, перед тем, как выйти на проезжую часть, должен убедиться в безопасности своего движения, а также всегда смотреть за обстановкой на дорогах.